Сегодня мы готовим вкусную окрошку на кефире с курицей. Я решился сказать, что это, пожалуй, лучший рецепт окрошки на кефире. И вот почему. Во-первых, окрошка на кефире вообще дает нам большое преимущество. Кефир – полезный продукт, не менее полезный, чем квас. И готовить можно окрошку на кефире порционно. То есть вы сделали в чашке, приготовили, сейчас вам скажу про порции, и нет необходимости доедать окрошку, как часто с нами происходит. Берем зелень, конечно, лук, укроп, петрушка и кинза. Я люблю зелени побольше. Еще зубчик чеснока я взял молодого. Ну и, конечно, огурец и одну редиску. Необходимо поставить варить яйцо вкрутую. Оно нам пригодится. Я обычно нарезаю огурцы, но на кефире я предпочитаю натереть на крупной терке. Редиску я тоже на крупной терке натер, а чеснок на мелкой. Взял необходимое количество зелени, я взял многовато. Я люблю, когда зелени очень много, и она очень хорошо гармонирует и с чесноком, и с кефиром, конечно. Отправляю зелень к огурцам и редиске, солю, можно маленько подперчить. И где-то 30-50 грамм курицы на большую порцию я вам предлагаю взять. Яйцо варится где-то у нас уже 8 минут. Можно его убирать и охлаждать. Курочку нарезаем довольно мелко. Яйцо под холодную воду чистим. Нарезаем его и даем немножко остыть, чтобы не сделала нашу окрошку теплой. Очень удобно готовить порционно, поверьте мне. Вот все мы выкладываем, у меня даже с горкой получилось. Но у меня получилась большая порция окрошки. Выливаю туда кефир, у меня 2,5%, можете взять 1%. Водой я не разбавляю. Из этого количества продуктов может получиться и 2 порции, если по полпорции, и... более жидкая она будет. Водой не разбавляю, но тем не менее можно кубик 2 добавить льда. Это совершенно не помешает и будет охлаждать нашу окрошку по мере того, как мы ее едим. Лед, конечно, надо или кипяченую воду, или просто хорошую воду замораживать. Из-под крана не стоит этого делать. Вот такая прекрасная, замечательная окрошка, которую мы готовим порционно и которая освежает в наши жаркие летние дни. Быстро, вкусно, удобно и полезно. Конечно, картошки можно сварить картошечку. К окрошке сварить картошечку и подать отдельно. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, готовьте вместе с нами. У нас все вкусно. Приятного вам аппетита и хорошего дня. До новых встреч!